В Самаре продолжается работа по возвращению денег вкладчикам «Волгокредитбанк». Многим утраченные средства удалось компенсировать. Абсолютное большинство, подавляющее обманутых вкладчиков банка «Волгокредит» получили возмещение в полном объеме. Это 2800 человек. Общая сумма выплаченных им средств из АСВ, агентства по страхованию вкладов, составила свыше 1 300 000 000 рублей. На данный момент у нас есть разногласия по 45 людям. Случай беспрецедентный. 97% вкладчиков получили свои деньги от агентства по страхованию вкладов в досудебном порядке. Именно так, по мнению председателя городской думы Самары Александра Фетисова, должна работать власть в защиту своих горожан. Безусловно, и вот то, как была решена проблема вкладчиков банка, хотя, наверное, о полном решении мы скажем, когда уже там последний из вкладчиков получит компенсацию, да, вернет свои средства. Я думаю, она вот уникальна, это образец того, как, наверное, власти должны поступать. Еще 45 человек деньги до сих пор не получили. У одних вкладчиков не сохранились документы, подтверждающие открытие счета. Это весомая причина, по которой они не могут получить деньги в досудебном порядке. У других в пакете документов нет расходников. Для нас это тоже большой вопрос, потому что, в принципе, все подтверждающие документы у них на руках есть, а расходник на лжеснятие, который, в принципе, является поддельным, его и не должно быть, они не совершали, да, но по другим людям эти расходники были найдены, и поэтому выплаты произвели. То есть, на наш взгляд, отсутствие расходника не является существенным аргументом, и мы считаем, что людям должны были выплатить все-таки при наличии всех документов на руках. Инициативная группа уверена, что свои деньги смогут вернуть все вкладчики. Потери были бы серьезные. Средний вклад составлял около 600 000 рублей. Марина Кравцова, Марианна Мирная, Максим Гусев. События.